Так, друзья, всем привет. Синтай 180 94 года. Проблема какая? Вчера отъездил на сенокосе, накосил сено, пропала гидравлика. Информации по ремонту трактора не так много, поэтому сейчас начну со всем разбираться и вам покажу, в чем была причина. Так, ребят, смотрим. Рычаг поднятия опускания на веске ничего не поднимает, не работает. Но я, походу, уже нашел причину. Насос гидравлики. Вообще, походу, шестерню раздолбало, получается. Сейчас скажу. В общем, такое чувство, что сломалась шестерня, которая включает насос, вот этот рычажок. Он должен включаться с сцепления. А у меня, вот видите, как просто болтается. Поэтому сейчас вот очищу все вот здесь поверхность и будем снимать верхнюю часть, смотреть шестерню. Подожди, сейчас просто покажу, чтобы было понятно людям. Так, в общем, ребят, отцепили трубки, сняли вот насос в сторону. Сейчас будем поднимать крышку. Давай, поднимай рашидик. Посмотрим, что там. Ага. Слушай, ну, что-то, по-моему, живое все, более-менее. Так, ну вот, собственно, в чем и проблема. Смотрите, вот это вот, назовем ее шпонкой, она упирается в эту муфту, и эта муфта двигается. Тем самым включает или выключает насос гидравлики. Вот, как видим, она у нас стесалась вся и проскальзывает у этой муфты. В общем, сейчас вынимаем ее и будем думать, чем ее заменить. Вот что у нас получилось. Позвонил в запчасти, сказали, что ждать такую-то шпонку, или как ее назвать, 10 дней. Сделал просто М8 гайку с болтом. Вот все работает, все включается. На герметик посадил гайку, на специальный, поэтому слезть быстро не должна. Да тут и нагрузки какие тут. Включение, все. Все собираю, будем проверять, работает это все или не работает. Насос собран, все собрано, крышку все, гайки подкрутили. Пробуем. Заложу по старинке. Подожди пока. Так, смотрим. Опа. И опускается. Встань. За сиденье только подержись. Опа! Не, нормально. Все, ребят, вот показал, какая могла быть проблема с гидравликой. Все, тут починили. Для тех, у кого будут еще проблемы с гидравликой, кратенько объясняю. Эта часть подъемника, сюда заливается масло. Его примерно там 3 литра, по-моему, по инструкции. Там же внутри стоит гидроцилиндр, он такого размера. Работает в одном направлении, то есть поднимает, а опускание уже работает, ну, грубо говоря, плавающий режим, так сказать. То есть дальше у нас распределитель, который выкручиваем, вытаскиваем, там резиночки будут. Если износ резинок, значит, резинки будем менять. В принципе, все, тут и нечем ломаться больше. Ну и из этой ситуации каждый выходит по-своему. Когда найду эту шпонку в запчастях, уже заменю на оригинальную. Все, ребят, кому было интересно и полезно, все. Всем пока.